Первая обкатка. На линию вышел новый троллейбус, поступивший в округ из Москвы. Этот и еще 16 машин скоро будут колесить по маршрутам номер 1, 202 и 203. Перед запуском на линию специалисты предприятия «Химки Электротранс» провели большую работу. Были заменены сиденья, приведен салон в порядок. Работы предстоит еще много по приведению этих троллейбусов в безопасное, красивое, удобное состояние. Но, однако, думаю, коллектив троллейбусного предприятия выполнит эти задачи. И мы справимся с тем объемом, который нам предстоит. До конца года на маршрут выйдут еще 16 машин, поступивших в троллейбусный парк. По словам специалистов, это позволит разгрузить пассажиропоток. Более того, улучшит качество обслуживания жителей округа. Новые троллейбусы удобные и комфортабельные. Подходят для перевозки маломобильных граждан.